там задается вопрос, если у вас что-либо запрещено на данной территории, то если таковые имеют, можете указать на место? Конопля, растительная. Что у вас там? Конопля там у вас. Конопля, да? Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере, запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия, вменяется жителю села Акуаски Чемчирского района Кабба Руслану Валиковичу, 1968 года рождения. Поясните, пожалуйста, что это такое? Это конопля. Конопля, да? Да. Это кто выращивал? Я выращивал. В результате проведенных оперативных мероприятий на приусадебном участке по месту жительства вышеназванного гражданина сотрудники уголовного розыска Чемчирского районного отдела внутренних дел обнаружили и изъяли насаждение конопли южно-краснодарской. Обнаруженные корни запрещенного растения на стадии своего вегетативного роста содержат наркотически активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Кабба по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственная группа Чемчирского РОВД.